среду. Поосторожней, пожалуйста. Бесполезно все, не оклемаюсь я. Так нельзя, дедуль, надо верить. Здесь дают надежду тем, кто давно опустил руки. Алексей Иванович, а что у нас ожидается персоны? Еще какие? Народный артист, боксер и этот, летчик-испытатель. Совершенно непохожие люди надеются на чудо вместе. А ты кто, прелестное дитя? Маша. Маша? А мы, стало быть, медведи. Главное, начать доверять и положиться на профессионалов. Спиртные напитки на время лечения запрещены. А кто вам сказал, что мы будем лечиться? Но всегда есть надежда. Я не думаю, что мы можем им помочь. Но всегда может произойти то, чего никто не ожидал. Ты б лучше на его, а не во сне мужика себе искала. Я не ищу, я жду. Не обождись. Я всю жизнь мечтала о любви. Чего? Это из-за меня вы сюда попали. Девочка своеобразная. Мария Волкова, Николай Иванов и Евгения Лоза в многосерийном фильме «Чужие мечты». В среду на ТВ Рус.